I give the floor to the representative of Russian Federation. Госпожа председатель, благодарим спецпредставителя генсекретаря Бинту Кейту за брифинг по ситуации в ДР-Конго. Поражены трагичным выступлением Жюльен Лусанж. Приветствуем участие в заседании постоянных представителей Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди. Крайне обеспокоены продолжением военных действий на востоке страны. Осуждаем нападение незаконных вооруженных формирований на гражданское население, подразделения конголезской армии и МООН с ДРК. В частности, выступаем с осуждением действий боевиков группировки «Движение 23 марта». Видим, что М-23 качественно нарастила свой потенциал, что сейчас позволяет ей проводить наступательные операции и фактически захватывать отдельные территории, как в случае с населенным пунктом Бунагана на границе с Угандой. На фоне активной фазы противостояния с М-23 другие НВФ продолжают терроризировать местное население и вести между собой борьбу за контроль над месторождениями природных ресурсов. В результате действий боевиков страдают прежде всего мирные жители. Счет жертв идет на сотни. Деградирует гуманитарная ситуация. Растет число внутренне перемещенных лиц и беженцев. Надеемся, что конголезским вооруженным силам совместно с миротворцами ООН и международными партнерами удастся восстановить контроль над ситуацией в области безопасности и предотвратить дальнейшую эскалацию насилия. Благодарим миротворцев МООН с ДРК, которые доблестно выполняют свой долг и ежедневно рискуют жизнью ради мира на востоке ДР-Конго. Неотложным приоритетом на сегодняшний день является прекращение боевых действий и начало полноформатного диалога, поскольку исключительно военными мерами добиться качественной нормализации в ДР-Конго невозможно. Призываем незаконные вооруженные формирования прекратить нападения, отказаться от насильственных методов в пользу переговоров с конголезским правительством. Отмечаем увеличение числа участвующих в консультациях в рамках соответствующего трека найробийского процесса представителей вооруженных группировок. Приветствуем активные шаги африканских государств по содействию урегулированию в ДР-Конго. Надеемся, что на переговорах на площадке в Найроби удастся согласовать такие меры и шаги, которые бы в конечном итоге привели к реальному и устойчивому изменению ситуации. Полагаем, что ключевую роль для продвижения вперед в деле долгосрочного урегулирования и примирения должно сыграть откровенное и конструктивное взаимодействие между региональными странами. Важно воздержаться от конфронтационной риторики и преодолеть сохраняющееся взаимное недоверие и разногласия. Приветствуем также посреднические усилия региональных организаций и субрегиональных механизмов, в частности, Африканского союза и Международной конференции по региону Великих озер. Приветствуем и поддерживаем работу в интересах урегулирования руководством ООН с ДРК, спецпосланника генсекретаря Хуанся и ООН в целом. Вновь подтверждаем нашу принципиальную поддержку усилиям организации. Убеждены, что нам нельзя допустить повторения кровавых событий прошлых лет и скатывания к масштабным военным действиям, с последствиями которых всем нам и прежде всего гражданам ДР-Конго придется бороться на протяжении десятилетий. Призываем тех членов международного сообщества, которые могут повлиять на происходящее, сделать все возможное для стабилизации ситуации. В практическом плане считаем важным в полной мере задействовать инструментарий регионального механизма по контролю за исполнением рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве, а также сконцентрировать усилия на разработке и имплементации таких программ разоружения, демобилизации, социальной реинтеграции бывших комбатантов, которые бы существенно увеличили число желающих навсегда покинуть ряды вооруженных группировок. Надеемся, что Киншасе при помощи ООН, региональных государств
и международного сообщества удастся купировать обострившиеся угрозы и в конечном итоге переориентироваться на решение задач в области госстроительства и социально-экономического развития. Это особенно важно в свете запланированных на конец 2023 года президентских выборов, проведение которых станет одним из ключевых этапов стабилизации в ДРК. Исходим из того, что устойчивость и сила центральных властей страны являются залогом преодоления последствий колониального прошлого ДРК, укрепления ее суверенитета и территориальной целостности, контроля над богатейшими ресурсами и обеспечения процветания ее населения. Я благодарю за внимание. I thank the representative of Russian Federation for their statement.